Всем огромный привет! Да, я пакую чемодан. Отпуск, море, как я это все люблю, как я люблю вот эти вот все сборы, доставляет огромнейшее удовольствие. И поэтому хочу этим удовольствием поделиться с вами. И сегодня мы будем паковать чемодан. Так, что я беру с собой в отпуск? Что я беру? Все буду по порядку. Беру я с собой пляжную свою... Шульдигунг. Беру я с собой свою новую пляжную сумку. Ну, это как такой рюкзачок. Цену я оторвала. Нет, оторву. Так, беру с собой эту кепку. Что у меня в этой сумочке? Я так все по-быстрому, да? Здесь у меня совсем чуть-чуть, но мне этого хватит от солнечных лучей. Зубная паста. Крем для тела. Что у меня идет следующее? Следующая у меня сумочка, это, тут, по-моему, шампунь. Да. Здесь вот шампунь для волос. Кто уже догадался, куда я собралась, можете написать, я не буду против. Это ополаскиватель для волос. Бритва. Салфетки, ну, что-то протереть там руки, это эти дезинфицирующие салфетки. И салфетки стирать макияж. Так, очки. Девчонки, не знаю, какие брать очки. У меня 4 пары очков, и что-то я не могу решиться, какие мне с собой взять. Вот я буду мерить, а вы можете написать, какие были лучше. По, я буду там 1, 2, 3, 4. Вот первые очки, вторые. Это вот первые очки. Что-то они так скрипят. Так, это мои первые очки. Вторые очки. Вот эти я больше всего люблю, и я в них всегда в машине езжу. Эти. Это Кот Базилио очки называются. Так слепая. Ну, это мода такая была раньше, но мне до сих пор они нравятся. Мне кажется, даже они мне идут. Не, ну, конечно, все 4 я с собой брать не буду, это точно. Вот эти вот мне тоже нравятся. Неплохо. Так, это я пока уберу в сторону. Время у меня еще есть подумать, какие взять с собой очки. Так, что в моей косметичке? Тут совсем-совсем мало. Это таблетки. Это подводка для глаз, тушь и карандаш для бровей. Беру с собой, или вернее хочу взять с собой две сумочки, черную и коричневую. Но я еще думаю, скорее всего я возьму просто эту черную, а коричневую оставлю. Потому что... я еще... или скорее всего коричневую я с собой возьму, потому что черную вот эту вот... сумку на живот, она у меня будет со мной тоже. Потому что планируем очень много гулять, куда-то ездить, что-то смотреть. И вот с такой сумкой будет самое-самое оптимально. Ватные диски. Плойка. Ну, это 2 пакета я таких взяла там для грязного белья. Потом шоколад. С собой беру шоколад. Вот такой шоколад с орехами. Расческа. Здесь у меня и уши чистить, и в зубах ковыряться. В общем, вот такой вот набор. Это такие конфетки освежающие. Резиночки для волос. Масло, перелила сюда масло для лица. Расческа, которую я, наверное, буду всегда в сумочке с собой таскать. Или я, наверное, положу ее вот в этот вот рюкзачок, который будет со мной везде. Я имею в виду в аэропорту. Зубная щетка у меня еще стоит. Я еще буду зубы чистить. Это заряжалка для зубной щетки. Наушники для моего телефона. 2 вот такие вот маски. Без них сейчас просто никуда. В общем, 2 маски.
беру с собой вот такие вот две подушечки. Это подушечки плавать. Вот такая подушка, она в Danish Habit продается, ну, примерно на два сезона ее хватает. В том году мы ее брали, она прослужила, она нигде не пропускает. Думаю, возьму ее и в этом году. Если она порвется, у меня есть вот такая вот новенькая. Это называется для пляжа Райза Кисен. Подушка для путешествия, для пляжа. Вот. Две. Ну, кошелек с паспортами, с деньгами тоже мы сюда положим. Вот такая вот у меня обувь. Это вот ходить везде в ней. Вот такая вот обувь я еще с собой беру, но я еще не решила. Скорее всего, что я возьму только черную. Не знаю еще. Да, скорее всего, то, что я возьму только черную. Потому что у меня еще будут шлепки. А где шлепки? А, вот такие вот у меня еще будут шлепки с собой. Шорты. Я беру с собой шорты. Я, знаете, подобрала под каждую пару шорт, у меня будет по две футболки. Потому что шорты можно там 2-3 дня одеть, а футболка всегда где-то ты вспотела, где-то что, надо всегда свежую одевать на следующий день. Поэтому у меня для одной пары шорт две футболки. В общем, вот эти шорты белые беру с собой. Черные. Вот это вот беру платье с собой. Оно легкое. Я ничего не глажу, потому что утюг будет. Я вам, наверное, сейчас в комплекте сразу и покажу, с чем я буду одевать шорты. Вот такой вот овераль шортики. Он такой выглядит мини-мини, но он растягивается. Он прям как раз на меня. И вот эти вот я всегда беру в каждый отпуск. То есть вот такие шорты цветные. Это вот на завтрак я всегда одеваю. И к этому маечка. Вот такие черные и серая маечка. Вот такие вот оранжевые, голубые и маечка. Так, это платье. Как всегда, знаете, берешь, думаешь, ах, в этот раз возьму поменьше. А когда начинаешь паковаться, тебе и то, и то, и то хочется. Но это платье я брать не буду. Оно вот вроде бы такое вот все отпускное, такое вот летнее. Но, наверное, я его брать не буду. Оно очень длинное. Так, это вот, вот так оно одевается. И очень-очень длинное. В общем, платье в пол. Но я его брать не буду. Ладно, убираем это платье. А беру с собой платье вот это. Мне кажется, вот почему-то я не помню, чтобы я это платье брала с собой когда-то в отпуск. В общем, вот это платье. Здесь спереди такой большой разрез. Вот гладить, говорю и повторюсь, я не буду. Утюг там будет. И вот так спереди. Может быть, мало беру, может быть, много, не знаю. И вот это вот легкое платье. Это вот прям вообще, ну, легкое-легкое. Самое главное, что я с собой беру. Сейчас вы скажете, что? Ну и зачем? Она это с собой берет. А вот, надо. Беру я с собой шампанское. Вот это вот шампанское. И целых 3 банки сгущенки. Вы представляете? Как вы думаете, зачем мне в отпуске шампанское и 3 банки сгущенки? Вот зачем? Напишите. А я завтра обязательно... Когда вы это видео будете смотреть, это будет четверг. А в пятницу я вам все-все расскажу, куда мы летим, зачем мне шампанское, зачем мне сгущенка. Но если вы догадываетесь, если вы какие-то у вас есть предположения, обязательно напишите. Мне будет интересно, вот что вы напишите насчет сгущенки и шампанского. Ну все, а остальное, вот там нижнее белье, я уже, это понятное дело, берут все. И сейчас я вам покажу шорты, с какой комбинацией я это все буду носить. В общем, первый наряд. Голубые шорты. Вот такая вот футболка. Вот здесь над, сверху полоски вам кажутся черные, но они такого же цвета, как и шорты. И под эти шорты вот такая вот еще футболочка. Бордовые шорты. Зеленая футболка с бордовыми цветочками. И
Футболка подходящая. Зеленые шорты с зелеными листочками тоже, или цветочки, что это. И вот такая вот кофточка, футболочка. В общем, это вот то, в чем, например, можно куда-то просто прогуляться днем. Следующие шорты – это те шорты, которые будут у меня, скажем так, вечерние. Под них такие топики, вроде как блузка, ткань такая, как шелковая. Синя-черные и вот такие босоножки. Белые шорты, точно такая же маечка, только другой расцветки. И вот такой вот топик, это вот на шее завязывается, можно одеть и под черные шорты, и под белые шорты с этой же обувью. В общем, все, почти чемодан готов. Чуть не забыла, самое главное, купальники. Купальники я, наверное, возьму вот этот вот сиреневый. И такой же возьму черный. Вот эти вот трусики. Все. Этого будет достаточно. Я обычно беру купальников много, а в этот раз я, наверное, я возьму два. Я могу и передумать. Я еще вот этот вот хотела. Помните, я его отдавала на перешивать, как чтобы мне его перешили. Перешили очень хорошо, прям очень хорошо. Он был белый абсолютно. А этот вот был цвет, это были Марселькины шорты. И мне их прям отлично сделали. Вот прям супер-пупер сделали. Здорово. И вот не знаю, брать мне его, не брать. Не знаю. Посмотрим. Ну, в общем, купальники я чуть не забыла. Вот, честное слово, чуть не забыла. Но этот я точно с собой возьму. Мне еще осталось положить полотенце. Потому что полотенце я беру почти с собой всегда. Очень редко, если я с собой полотенце не беру и пользуюсь теми полотенцами, которые предоставляют. В основном я беру всегда с собой. Поэтому в этот раз я тоже беру два полотенца. Ну а я вам говорю большое спасибо за просмотр, за ваши комментарии. Увидимся. Пока-пока.